Всем привет! Я давно мечтала сделать фонтан, и вот наконец-то решилась этим летом. На это я, конечно, потратила целый месяц, но каждый день я тратила немножко времени. Были другие дела. Значит, сначала нашла место, куда это можно было приспособить. Потом вырыла как бы место. Засыпала песком, потом сверху положила плитки, кирпичики, которые я сама делала из оставшихся цемента. Потом я в этом году купила 100 штук керамических кирпичей, самые дешевые. И вот первый раз кладка мне первый раз в жизни. Я до сих пор такую кладку не делала, поэтому мне криво получилось. Значит, цемент я брала две части. Ой, одну часть, песок две части. И немножко добавляла туда моющее средство, чуть-чуть. Вот. Так у меня получилось. Внутренний слой я делала два раза. Даже вот пол один к одному я даже делала. Когда делала вот эти камушки, то вырезала специальными инструментами, которые заказывала в Алиэкспрессе. Давно уж они были у меня заказаны. Очень даже пригодились. Конечно, ну, вот как делать камушки. Я смотрела видео, могу оставить ссылки. Сами уж пробуйте, кому как. Кто-то плоский любит, кто-то с округлениями. Потом вот их надо, конечно, вырезать через час, когда уже еще не схватилось, но уже не отлипает, удобно вырезать. Лишнее, значит, нужно убрать кисточкой или еще губкой. Я губкой убирала, потом кисточкой. Вот, значит, после того, как все вырезала, вот я показываю здесь тоже, как вырезаю то место, куда я ставлю кувшин. Точно по такому же принципу я вырезала и остальные. Потом краска. Краску я брала белую фасадную. Еще брала грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. И вот тоже оставлю ссылку по, значит, я брала тот также состав, который там рекомендовали. Добавляла и в грунт краску, и просто фасадную краску колеры добавляла. Но еще можно было сверху лаком по камню, но лак по камню как бы некоторые оттенки смывает, поэтому я пока его не использовала. Значит, не знаю, как у меня перезимует этот фонтан. Значит, кувшин я брала в Алиэкспресс, нет, вазон брала по акции, там скидка была, где-то 700 рублей, что ли, у меня было. Трубку, значит, я там дырочку сделала, туда трубку, силиконовая трубка тоже заказывала. Вазон можно в Алиэкспресс. И вот у меня трубка соединенная, так, чтобы я могла зимой как бы кусочек с кувшином забрать, чтобы не оставлять на зиму. С таким расчетом я сделала. А лягушка? Лягушку я делала зимой еще. У меня на моем канале есть, если кто хочет видеть, как я сделала. Вот такой фонтан. Откуда вода стекает, это керамическая плитка. Камушки. Я тоже заказывала вазон. Там разные виды камушек. Ну, еще от стройки оставались большие камушки. Я остановила.
Ну, удлинителем соединяю, конечно. У меня нету такого места, где сразу контакт был для тока. Это, конечно, неудобно. Эти лилии я давно как-то заказывала. Сейчас не помню, там где сад, огород, различные декоративные изделия. Вот так оттуда брала. Вот кто хочет, пожалуйста, смотрите, делайте.